Украинский МИД может выслать консула Венгрии в Закарпатском Берегово. Об этом заявил глава ведомства Павел Климкин. Все из-за опубликованного в сети видео. На кадрах видно, как дипломат тайно раздает венгерские паспорта украинцам. Сейчас подлинность материала проверяют. По словам Климкина, МИДу известно о постоянных случаях скрытой выдачи паспортов. Министр планирует обсудить этот вопрос во время встречи на Генассамблее ООН в Нью-Йорке с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто.